В отношении бывшего мэра Ухты Олега Казарцева и заведующей отделом жилищной политики администрации Людмилы Егоровой расследование уголовного дела уже завершено. Как сообщили в Следственном комитете, им предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». По данным следствия, в течение 2007-2010 Казарцев, будучи главой администрации, в нарушение требований жилищного законодательства предоставил 13 жилых помещений из муниципального жилфонда лицам, не имеющим статуса нуждающихся. Впоследствии жилые помещения были приватизированы. Заведующая отделом жилищной политики Егорова готовила проекты постановления распределения жилья и передачи жилых помещений в собственность. Кроме того, в результате действий Егоровой из муниципальной собственности выбыли 18 комнат в общежитиях. Ордера на право занятия жилой площади в общежитии были выданы лицам, не состоящим на учете нуждающихся, и при отсутствии постановления главы администрации о распределении муниципальных жилых помещений. В то же время, как уточнило региональное следственное управление, 13 муниципальных квартир были предоставлены в том числе представителям ФСБ, налоговой, службы судебных приставов, администрации Ухты и другим гражданам. При этом личной корысти бывшего мэра следователи не выявили. Цитирую. В ходе следствия в действиях Казарцева личной корыстной заинтересованности не установлено. Он привлекается за превышение должностных полномочий. При распределении ряда квартир было допущено нарушение закона, что повлекло нарушение прав очередников. Конец цитаты.